So, recording dreams that we have. We want to talk about recording dreams that we have. И мы хотим поговорить о том, как записывать наши сны. We've already mentioned that it's very important to write your dreams down as soon as you wake up. Как мы уже сказали, очень важно. Только проснулись, и сразу надо сон записать. We have a saying that dreams are written with on our mind with disappearing ink. И есть такое высказывание, что сон записывается в нашем разуме с помощью исчезающих чернил. So the longer we wait to record them, the more they disappear. Чем дольше вы будете ждать или тянуть время, пока запишете сон, тем быстрее и потом в конце концов исчезнет сон. Забудете вы его. As you're recording your dream, okay, someone tell me what's the first thing you write at the top of the page. Поэтому что самое первое, когда вы должны сдать название сна? Название сна. Topic. Topic, title, yes. Да. Тема, название. Хорошо. You should also write the date that you had the dream. Также записать нужно дату, число, когда вам приснился этот сон. I found that it's important when I look back at my dreams to see the date. И я вижу, что это очень важно, чтобы когда вы потом пролистываете, возвращаетесь назад и смотрите на даты, когда вам сны снились. To know what was going on in my life at that time that I had the dream. Для того, чтобы узнать, что происходило, какие события были в моей жизни в то время, когда был сон. Okay, and as you're recording the dream, you don't want to write in complete sentences because that takes too long. И также, когда вы записываете сон, не надо записывать полностью предложение, поскольку много времени уйдет на это. This is not going to be like something you turn in at school for a grade. И этот сон не станет чем-то таким, что вы потом будете как бы в школе, там экзамен, тесты. You just want to get it down on paper as soon as possible. Но просто вы хотите записать, сделать заметки основные на бумаге, побыстрее это сделать. So you might record the dream in a square or a spiral or write in circles. Можете записать в виде квадрата, в виде круга, в виде спирали. Do any of you write sideways on the page? You like to write sideways? Нравится ли вам по диагонали писать? See, if that's easier for you, that might be the best way to record. Легче для вас, тогда думаю, что так и записывайте. Or you can let the lines just meander across the page. Let the lines wander across the page. Либо же какой-то такой блуждающий стиль, какой-то хаотичный. However you feel when you're writing it. Как вы чувствуете, как вы хотите, так и записывайте. If your dream had different parts to it, если в вашем сне есть какие-то части, различные части, like different scenes in a movie, как различные сцены из фильма или сюжеты, you might want to write them on separate sheets of paper. То, возможно, также захотите на различных кусочках бумаги записать. And then attach them later, staple them or clip them later. И потом вместе это все сцепить скрепкой. Приклеить вместе. You might want to write some words in larger, bolder text. Также, может быть, некоторые слова вы хотите выделить курсивом, жирным шрифтом выделить. You might want to put some things in cursive and some things in print. Что-то вы печатными буквами, что-то вы как это? Sometimes вы прописными будете писать. Recording dreams and I want to remember the sequence. Sometimes when I'm recording dreams, I want to remember the sequence. Иногда, когда я записываю мои сны, я хочу помнить последовательность сна. I will draw what happened first and then put an arrow to what happened second. Сначала я рисую то, что происходило в первый момент, а потом стрелочку и рисую то, что было потом. Even if you're not an artist, you can doodle with stick figures. Даже если вы не художник, вы можете просто человечков. Sometimes that helps us to catch details that we would forget otherwise. Yeah, иногда это помогает нам сосредоточиться на деталях, иначе мы их упустим. Now everybody has their own style. И у каждого свой стиль есть. And so you might find one style that means more to you than another. И поэтому, возможно, какой-то стиль больше вам подойдет и больше вас устраивает. But we'd like to have you try three or four styles to find out what you might like best. И мы бы предложили вам, чтобы вы 3-4 стиля попробовали для себя решили, что вам больше подходит. Every dream has a unique atmosphere. И в каждом сне уникальная атмосфера присутствует.
And sometimes the atmosphere is the main thing you want to capture. Иногда именно атмосферу вы хотите передать сна. So if you woke up feeling thrilled or anxious. Поэтому если вы просыпаетесь и вы в таких переживаниях, беспокойстве, you might want to illustrate that. То, возможно, тоже вы хотите это передать. Or emphasize that as you record it. Либо же как-то акцент на этом заострить. One of the methods we want to give you is called the clustering method. И один из методов, который мы хотим дать, метод кластера или группировок. It releases right brain thinking and it clarifies the focus. И это, можно сказать, правое полушарие у вас тогда очень сильно задействовано, и тогда фокус будет видно. We'll show you how to apply this method, the cluster method. We'll show you how to apply the cluster method. И мы покажем вам, как применять этот метод групп. To the car dream we just talked about. The backseat driver dream. Сне с этим водителем на заднем сиденье. What was the focus of the backseat driver dream? Какой был фокус в этом сне последнем, который мы обсуждали? Водитель на заднем сиденье. The backseat driver or the dreamer. Либо же сновидец. And so we usually put the focus in the middle of the diagram. И поэтому фокус мы в центре изображаем. Фокус рисуем в центре. So for this dream we might write backseat driver or just dreamer. Можем просто написать в фокусе сновидец либо водитель на заднем сиденье. So the focus will go in the middle. Поэтому фокус находится посередине. Surrounding the focus, the first thing that we'll add to the diagram are subfocuses. После фокуса мы начинаем прибавлять субфокусы. One of the subfocuses was the car. И первый из субфокусов это машина. 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 Первый субфокус. Машина. Мужчина, машина. Did I say it wrong? Wrong. Не понимаю. Another focus was another subfocus was the front, the person in the front seat, the person in the driver's seat. Следующий субфокус это сам водитель. I'll stick to English. And another, the third subfocus. Третий субфокус. Was fixing the flat tire. Это починка колеса, починка шины. Починка колеса. So we've got the focus, we've got subfocuses. У нас есть фокус, у нас есть субфокусы. What are we lacking? Чего не хватает нам? Colors, details. Детали. Details. Хорошо. Детали. So one detail would be the low tires. Поэтому одна деталь это спущенные колеса, спущенная шина. That would be a detail of the car. What? The low tires would be a detail of the car. Спущенное колесо это деталь, относящаяся к машине. Also, the car was neglected. Также машина была в небрежном состоянии, запущена. That's another detail. Это еще одна деталь, относящаяся к машине. Небрежность, да. Кратко. Also, the dreamer can't see to steer. Также, it's whose detail? Where? It was hard to steer. It was a one detail? Another detail. Еще одна деталь. Трудно вести, трудно рулить.
Hard to steer. Трудно рулить. Рулить. Он только рулил, а не водил. That's the low tires. No. That could be off. Could it be off the Dreamer? How many would make that a detail of the Dreamer, the Focus, a detail of the Focus? Какие детали относятся к фокусу, к основицу? How many would say that's a detail of the car? Кто бы сказал, что это относится к машине либо к основицу? Difficult to steer, you mean? Difficult to steer. Трудно рулить, вот эта деталь. Come on. Yeah. Okay. Now let's think. Where are you all putting it? Let's think. was it difficult to steer because the car was broken? Было ли трудно рулить из-за того, что машина была поломана? Or was it difficult to steer just because the Dreamer was in the back seat? Либо из-за того, что он находился на заднем сиденье. So it's a problem for the Dreamer, wasn't it? Поэтому эта проблема была сновидца. But it could be both. So that's the cluster method. The main thing is, that's the cluster method, and that can be a way that you can actually record your dreams. And here's why we give you that option. И поэтому это метод. Yeah. They're catching on. So here's why we give you the cluster method. Это основной такой метод групп, и вот почему мы вам его даем. How many of you have more than one dream in a night? У кого из вас бывают сны больше одного сна за ночь? If you have, many of you. Многих из вас. If you have many dreams in a night. Если много снов снятся за ночь. How much time is it going to take you to write out these sentence by sentence? То сколько вообще времени уйдет у вас на то, чтобы записать эти множество снов, и вы будете описывать сны предложениями? A long time, right? Много времени понадобится на это. So this can save you time. Поэтому это поможет вам время сэкономить. And also allow you to get more dreams down on paper quicker. И также больше вы снов сможете записать на бумаге и быстрее. Okay, that's one method. Are we ready to go on to the next method, you think? Один метод. Story diagramming? No? You don't want to do it? You don't want to do spiral? Okay. How about just drawing a picture? You want to draw a picture? Okay. Yes. We wanted to show you this method first because this is the main method that we recommend. И это основной метод, который мы рекомендуем вам. Although there are times when I still write out dreams sentence by sentence. Также когда я записываю сны и описываю их очень подробно предложениями. But if I don't have time, this is a great way to do it quick. Если у меня нету времени, мне остается времени, то это метод, это как это сделать на быстрым самым способом. Another method is called story diagramming. Еще один метод — это диаграмма истории. And it also allows you to get it down quickly on paper. Также позволяет очень легко переносить сон на бумагу. Быстро. And it, again, we'll start with the focus, which is the dreamer. Снова we'll начнем с фокуса. We'll do the same dream. Тот же самый сон сейчас изобразим. Yeah. Whether no matter what method we use, what's the first thing you put at the top? Первое, что мы вверху или всегда с чего начинаем сон? Title. С названия. Herschel.
And then and date. Also the date. И дата. The date is important also. И дата также важна. Now with the story diagramming method, again we start with the focus. И снова мы начинаем с фокуса в этой в этом методе. Everything kind of branches off the focus, and then details branch off the sub-focuses. Did any of you do sentence diagramming in school? Sentence diagramming. Sentence diagramming. Mm. No. Is it? Is it? No. Subject predicate. Who, when, what? Is this something that's taught in Ukraine? Did any of you do sentence diagramming in school? Just to ask. Oh, nothing. Yeah. Разбор по членам речи. It'll be different. We'll go through it real quick. We'll go through it real quick. We'll start with the focus, which is the dreamer. Начинаем с фокуса. Dreamer. Это этот сновидец. Фокусе. Okay. So for this dream, it would be the dreamer. Сновидец. Фокус. And so, for this dream, the sub-focuses would be the next thing that we would branch off the focus. И для этого следующий от фокуса отходит субфокус. Oh, that's good. So you see that we start with the focus with, oh, okay, it's painful already? It's painful already. You may like this method and you may not. Возможно, вам этот метод понравится, может не понравится. But it is another way to quickly get a dream down on paper. Но это еще один способ, как быстро на бумаге все изобразить. All right. See, from that. Ah, yes, yes. Ah, хорошо. Да. All right, does anyone need more time to copy? Yeah. Does anyone need more time? I don't think that. Okay. That it's understandable. Go on. All right. Now, another way is just called intuitive recording. And this is where whether you're an artist or not. Еще один метод интуитивной записи, будь вы художник или не художник. You can draw the dream out. Вы можете нарисовать сон в буквальном смысле.
This really focuses on, uses the right brain. И в этом плане тут вообще the creative part, the artistic part. На вашем правом полушарии сосредоточены. Творческом полушарии. John Paul Jackson has said this method helped him remember details that he had forgotten. И как Джон Пол Джексон говорит, что это помогло ему запомнить детали, которые он забывал часто. So, for instance, John Paul Jackson had a dream where he was flying over mountains. И поэтому у него такой сон был, что он находится на на горах где-то. But we don't have that picture. Let me draw. So here we see the mountains. Поэтому он был на горах. There's the airplane. Вот самолет. And so as he's flying over the mountains, he gets pushed out of the plane. Поэтому когда он летит над горами, его выталкивают из самолета. And this is that dream where he was falling and then he left his body in the dream to find a soft place to land. Это тот сон, когда он еще вниз спустился, искал место мягкое, где можно упасть.